Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем на канале. Праздники продолжаются. Сегодня старый Новый год, с чем мы вас и поздравляем. Опять не усидели дома. Приехали в Подмосковье. Да, на улице даже не 10, сейчас приехали 12, показывал, морозы подморозило. На полях уже, конечно, земля встала, делать нечего. Только и скайлом махать. Поэтому полезем в лес. Вот смотрите, здесь уходили дороги. Ну, в принципе, по старой отработанной схеме и технологии. Ищем старые дороги. Красота, конечно, тихо, спокойно. Нет никого. Морозец. Снежок скрипит. Ладно, пойдем понемножку, а там видно будет. Да, друзья, зимний лес — это, конечно, сказка. Особенно в морозец. Солнышко пробивается. Земля, к сожалению, уже, да, встает. Все, еще, наверное, несколько дней. Хотя бы вот такого мороза. И копать будет уже невозможно. Ладно, буду показывать цветнину. То, что нахожу, потому что находок сегодня будет немного, 100%. Пряжечка такая вывалилась из-под корня. Вот. И какая-то деталюха. От чего, не знаю. Кто знает, подскажете. Что? Потеряли меня. Вот так как-то. Лазим. Ребят, сейчас ходили-ходили, интрига у нас. Смотрите. Комке замерзшем. Сейчас приближу. Видали? Интересно, что это такое. Ну, прям что-то аж руки затряслись. Ну, я не верю. Какая-нибудь хреновня будет. Ну! Я другой стороной бью. Нож достань. Что такое-то? Онлайн. Ну ты варвар, блин. Нет, я не варвар. Я же вижу. Я просто большие куски отламываю. Я же, говорит, вижу. Я тоже вижу, что что-то это такое. Надо его оттаять чуть-чуть этим. Или это бижутерия какая-то? Ну, очень похоже. Нет, это золото. Дай-ка на. Снимай. Короче, прекрасно. Трактор, золотые штуки. Ну, если это, конечно, золото видит. Ну, по крайней мере, это позолото. Если это современная бижутерия, то... Ё-моё, Люба. Ты конг. Ну, это как? Подвеска. Это что, лес-подвеска, что ли? Да, целая. Есть. Ну-ка, покажи ей. Ща. Есть! Вот такая фитюлька. Колечечком. Сейчас это... пробую. Да, да, 100%. Спаси и сохрани. Эта дорога шла на церковь, на самом деле. А где пробы-то на них ставили здесь? На колечках. Да, есть на кольце проба, но не видно, какая. Ну, короче, золото. Наше первое золото. Да. Ну-ка, приблизь. Смотри, какая прикольная. Ну, тут бомба. Черт, а фокус-то где? Фокус убегает, уплывает. Ну, да ты не шевели рукой-то. Вот, друзья, бродим по лесу. Лес, конечно, обалденный зимний. Просто даже гулять не ходить. Холодно, ветра нет. Ветра нет, ничего нет, хорошо. Доходок нет. Ну да, нашли. Вот видите, как бы прогал, да, идет. Вот мы посчитали. Вот там несколько черных я выкопал, посмотрел, старые кованые гвозди.
Вот. Но, видимо, она, судя по навигатору, чуть вот там шла, вглубже. То есть туда уходила. Мы чуть-чуть левее ушли, сместились. Такой буреломчик здесь лазит-то. Ну, интересно. Зато мусора нет советского вообще. Чего есть, я банку. Ну, это такие одиночные, редкие. Так что будем бродить пока, смотреть. Ну, вот эту зону пробуем. Ну, сейчас туда, да, чуть-чуть сместимся. Будем искать. Ну, и так сегодня находка сделала вообще, можно день. Сказать, день, да. Как минимум. Так, друзья, ходили-ходили. Дундечка, 36-й год. Да, и в ямке что-то сигналит еще. За неимением немногих сигналов постараемся снимать онлайн. Да копни ты ее, господи. Копни. И как всегда под бревном где-нибудь. Точно стреляют. Ну, дуплетами. Спори, брат, спори, Сешенька. Тарам-парам. Да ты воткнешься. Вот такой сейчас уже грунт. Ну, крутые. Что-то здесь. Попадешь. Вообще странно, если честно. Почему? Потому что совет сверху валялся. Может, здесь была лужа. Нет? Да. А, ну, значит, чуть-чуть рассыпухи. Триундиль. 34-го года. Тоже ранненький. Вот так. И что там еще? Все или еще дайте? Звенит? Ну вот как-то так. Пока лазим. Смотрите, здесь выворотень лежит, да? И сигнал был черненький такой, ну в принципе. Думаю, дай-ка копну, посмотрю. Вот вроде гирька, да? Смотрите. Только она черная, из чернины. Сколько гирек копали, честно, чернина никогда не попадалась. Или она в окислах в таких, не знаю, но какая-то старенькая. Вот как-то так. Там идет канава. Вот там. Вот так вот. И вот все находки, в принципе, вдоль канавы. Так что полазим, посмотрим. Помахайте ручкой в кадр. Так, 2 копеечки. 55-й год. Сегодня одни советики. Сегодня золото и золото партии. Так, дальше двигаемся. Вон туда. Не ушел я с этой ямки. Сегодня нам по 2 монетки с ямки дают. Копеечка. 52-й год. Пойдет. Ладно. Ну что, друзья, больше мы ничего пока не нашли. Вот они, эти накаты. Вон дерево.
Вон, видите, развилка дерева. Вот под ним мы золото сегодня дернули. Сейчас уже идем в сторону машины. Темнеет, к сожалению, быстро. Вот. Но все равно прекрасно погуляли. Ну, друзья, только что вот здесь снимал, да, про дерево. Отошел. Вот этот накат старый, советский, кстати, тракторами набит. Там уже дача начинается. Полушечка вылетела. Ну, битенькая, конечно. Все равно приятно. Империи сегодня не было еще. Как-то так. Гнездо. А, это не воронье. А чья? Это уже хищника гнездо. Да ладно. Прохладно, у ворон более плоские гнезда. Да, вообще. Так, итак, сигнальчик между деревьями у нас. Вот такой вот помученный, замученный крестик. Понятно, что такое. Ну ладно, и то пойдет. Все, выползли из леса, находились, сил уже нет. Уже даже в лесу земля промерзла практически, к сожалению. Поэтому я думаю, скоро уже все. Что они там запускают? Люди на поле приехали, что-то запускают. Какая-то хреновина летучая. Ладно, сейчас покажем, что наковыряли. Наковыряли, к сожалению, немного. Гирька. Да, интересная гирька какая-то. Железная. Чуть-чуть советиков. Одна имперочка. Хрен открыть. Замерзла. Покажи, вон, кстати, удобная хреновина для чешуи и для всяких таких, чтобы не потерять. Ну тут, да, сегодня в зачет, конечно, вот уходит. Сейчас приблизим. Вот так вот. Золотишко. Пробы есть? Во, запускают какую штуковину. То ли дирижабль, то ли что это такое. Какая-то хреновина. Прикольно. Здоровая. А я приблизил. Здоровая, смотрите, какая. Ну да, как дирижабль, только с какими-то булками, с двумя справа и слева. Здорово.